Слава, ну, во-первых, поздравляю с стартом плей-офф. Команда заслуженно туда вышла с первого места, став чемпионом нашего Кубковского чемпионата. Скажите, как оцениваете игру сегодня против Волты? Выигрывали по счету 2-0, как итог ничья 2-2, наверное, это потеря очков. Да, спасибо за поздравление. Сначала, что вышли сюда с первого места. Да, сегодня больше мы потеряли 2 очка, чем набрали одно. Не забили свои моменты, допустили 2 глупые ошибки и пропустили 2 гола. Ну, в принципе, команда хорошо смотрелась. Влияет еще температура на улице, очень жарко. Ребята через «не могу» играют, стараются и отдаются все на поле. Но условия одинаковые для всех? Да, условия одинаковые. Тут нет слабых, сильных. Все играют на равных. Спасибо, удачи в следующей игре.